Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клёвая рыбалка. Меня зовут Вячеслав, со мной Владислав. Мы приехали сегодня на эту горную речку попробовать половить линка, может быть тяжок, хариус, что будет, в общем. По легендам здесь это все водится, будем это смотреть. У нас три ямы впереди, будем их проверять. Вот. На первой яме стоим, буримся. Воспользовавшись случаем, хочу поздравить всех женщин с наступившим 8 марта. Пожелать любви, счастья, удачи. Пусть ваши мечты сбудутся, пусть вас любят. Будьте всегда такими красивыми. Также выражаю огромную благодарность всем, кто не остался в стороне и решает помочь мне с приобретением новой камеры. Снимаю сейчас на G4000. Средства уже собраны, поэтому спасибо. Останавливаем счетчик. Всем огромная благодарность. Так, скоро приобрету камеру и будем делать новые съемки. Лед с вкраплениями вот такой вот грязи. Я не знаю, будет видно или нет. В общем, вот смотрите, вот она с вкраплениями в песка. У нас торосами, когда намерзает, вот так получается. Вот видите, сколько песка вытащили вот из этой лунки. В самой лунке вот там видно, что торосами замерзло. В общем, кажется, будем смотреть другие ямы сейчас, искать. Батарея у меня очень мало пишет, поэтому я эпизодически буду включать. Если ничего не найдем, то вечером включу. Вот расположились палатки. Владислав Дмитриевич рыбачит. Уже поймал второго ерша. И одного окуня. Вот он лежит так вот. Значит, я лежу на раскладушке. Первый день рыбалки у нас прошел в поисках. Подлещик, как говорит, поймал. Первый день у нас прошел в поисках. Значит, проверили три ямы, которые по осени нам сказали, что здесь... Ну, то есть мужики, которые здесь рыбачили осенью, рыбу здесь ловили. Ну, линок там в основном. На блесно. Но сейчас уже март месяц у нас, и получается сегодня 8 марта. Всех женщин, кстати, с праздником. И на март месяц у нас толщина льда здесь около метра. В этих ямах вообще ни одной живой души. Дно песчаное, странно. Ну вот, есть догадки, то что бывалые говорят, рыба она зимовальных ямах, короче, в летних ямах она
не зимует. То есть ям на реке может быть несчетное количество, например, да, ну, энное количество, так возьмем, скажем. И вот кое-какие ямы, они летние. То есть даже если зимой, осенью там рыба есть, то она вся скатывается в зимовальную яму. Вот мы сегодня были на одной из ям. Там пытались. Да, это скорее всего вот это вот, вот эти три ямы, которые мы проверили, это летние ямы. А одной вообще даже не существует, бур там посадили. То есть думаю, что там яма, но нам сказали, по крайней мере, так, что там яма есть. И таймень там водится. Сегодня вот пытались съездить. Проехали до туда. И тайменя там. То есть ямы там этой нет. Хотя летом она там есть. Вот так вот. Что еще? Есть что-нибудь добавить, что Владислав Дмитриевич? У меня там легко уже оборвала какая-то крупная рыба, наверное, таймень. Так, ладно, вот так. Смотрим экскурсии по палатке. Ну, смотрел на камеру сегодня подводную, очень ничего нет. Очень хорошая палатка. Очень хорошая палатка, говорит. Отзывы очень хорошие идут. А этой палатке вот. Вот просто втроем спали так вот. Я с подушки там спал. Так, Яна здесь, Дмитрич там. Печка все еще проходит испытание. Испытание проходит. Вот, завтра мы стартанем. Здесь еще одну яму проверим по пути. Если рыбы нету, то все. Сразу стартуем на наши проверенные места. Да, потоку. Там тоже получается типа ямы, ага, зимовальные. Но она большая и рыбы там больше. Туда поедем. Но там нету линка, вот в чем дело. Поэтому мы хотели все выходные здесь провести, линка половить, если пустить линок. Но так как его тут нету, собираем вещи и вперед. Итак, ждите завтрашнего сюжета. Вот сейчас приехали на одно из своих старых проверенных мест. Владислав хотел глубину проверить, закинул, сразу вытащил вот такого окушка. Сейчас опять вот проверяет. А также устанавливаем полы, просверлили лунки. Все по фэншую должно быть. Три лунки, здесь будет дверь, все почистили площадку, сейчас полы постелим, а посмотрим, сейчас получится, нет у него что-нибудь поймать, нет? Если рыба есть, то возьмет. Блесну слишком маленькую опустил для этих мест. Так, значит, вот сейчас пришли с Владиславом, он окуня и вытащил, я вот щуку вытащил. Вот, не успел показать, конечно, на камеру, не успел включить, поэтому так вот, положим там. Ну, значит, рыба здесь есть, будем сегодня здесь рыбачить, завтра, послезавтра домой поедем. Надо будет сейчас вот здесь везде буриться, искать место, где она стоит. Вот она, протока эта. Сегодня сильный ветер, но печка наша раскочегарилась, поэтому нам не страшно. Ой! Вот так расположились. Две лунки, это вон та лунка для камеры. Но так как мутно, ничего не видно, камера бесполезняк вообще. Тут Владислав сидит, чайник закипел, короче, вообще шикардос отдыхаем.
клюнула очень большая щука. Вообще крупная щука, я не знаю даже, насколько она потянет. Тут, короче, это... О-о-о-о, подожди, стой. Так, она это... На небольшой крючок совсем, за губу маленько совсем. Сидит. Я ее как бы вижу, мельком она проскальзывает у меня. Где-то я уже с ней минуту борюсь. А, голова залезла, все. Так. Сейчас будем вытаскивать по горькам. Цепика. Ой, кто был тут? Ага, блин. Так, ну вот, вытащил я щуку. Вот такая щука. Большая щука. Так, сейчас надо срочно ее, пока она тут не набрызгала, уболтать. Сразу. О. Все. Чуть делов не наделала. Так, багорик убираем. Вот она, не за край губы взяла буквально. На этот, на сало. Взяла. Ну, на блесну взяла, короче. Так, ну сейчас будем отцеплять щуку. Пользоваться дневником. Момент поклевки, конечно, вы не увидели. Да я и сам его не видел. Я вообще-то просто так блесну опустил. Хотел чай попить. Ну вот, пока опускал, она сразу схватила. Я не знаю, почему схватила. Может, блесна понравилась. А может, вот эти кусочки сала, которые, не знаю. Ну, навряд ли кусочки сала ей понравились. Там где. Ну, на всякий случай, давайте зацепим обратно. Три тоненьких вот так вот, соленых сала. Вот на такую блесну взяла сало. И вот так вот лунку опустил, значит, стоял, баловался. Сейчас покажу. Минутку. Вот, опустил в лунку. И вот она вот так сама уходила, уходила под своим весом. Блесна уходила. И примерно когда дошла, сразу нас схватила. Вот так вот. Опять схватила, вот смотрите. Еще одна штука схватила. Эх, уже сорвался, елка, пока камеру ложил. Сейчас опустим пониже. Давайте опять заново. Так. Что там, где у нас поклевка-то была? Совсем неудобно вот с новой камерой. Пользоваться. То есть старой. Сейчас все равно вот хватит она. Занесем эту щуку. И вот посмотрите, вот эту щуку пыталась съесть другая щука. Вот. Еще крупнее. Вот она. Я не знаю, куда крупнее. Так, второй день ночевки. Что сегодня у нас? Владислава. Девятое сегодня число. У Владислава одна щука.
окунь. Эй, окунь. И у меня одна, две щуки. Итого у нас на двоих три рыбки. На второй день. Три рыбки всего. Сегодня мы Владислав Дмитриевич проснулись очень рано. Буду порыбать. Чего так дело рано? Так, вот сейчас позавтракали и забросился, сразу поймал вот такого окушка, горбача, скажем так, да, вот Владислав Дмитриевич говорит, крупного поймал, поэтому назовем его горбач. Вот, поймал вот на эту белую резинку. Сразу же, как забросил, сначала стояла красная, красную не берет, значит на белую решил. И вот закинул и сразу взял. Вторую дуга. Так, Владислав Дмитриевич запустил опять окуня большого. Что-то у меня закралось подозрение такое, что у него крючки затупились на мормышке. Это окунь срывается. Ага, есть у меня была поклевка. Это щука взяла, ребята. Это щука. О, нет, это не щука, это что-то. Это окунь, блядь, был. Ушел. Это стакан, ем. Здорово, рыба порвалась какая-то. Я не знаю, что это, щука или окунь. Но, блядь, сырни, блядь. Был срыв только что. Ага, есть, есть второе взяла. О, щука, товарищи. Ага. Ага, так. Сейчас посмотрим на тебя. Ёкна. И посмотри-ка. О, крупненькая. Ну, не очень такая, но как та примерно. Которая была. Да. Может, чуть поменьше, может. Не знаю. Резинка рыба, да? Ага. Голова не может пролезть. О, ёлки, ещё закрутил всё. Вокруг пасти. Такая же почти, да? О, где этот? Чё пах? Поглушающий-то мой. Вот так он по башке. Наступило такое затишье. Тишина такая наступила. Нравится. Так, открывай. Будем делать отрястью. Хорошо взял. И смотри-ка. Хорошо взял. Титановый поводок помог. У него пиявок много. На стене. Вот они думают, это пиявка, олени не видят. Понимаешь, в чем дело? Поэтому надо резинки тоже брать. Вот. Неплохой такой экземплярчик. Попался. Вот у него пиявки прямо двигаются на теле. Раз. С этой стороны еще одна. Выбрасываю его вообще. На улице эту рыбу. Чтоб хорошо у нас ловилось сегодня.
большая щучка. А так, небольшая. Так, жила щука. Голова не помещается. Не помещается, то есть она это так жила, кажется. Не очень крупная щука попалась. Вот, чуть помельче, конечно, чем те. Так вот. Получится на нашем новом месте. Как вы можете посмотреть. Ну, вообще-то мы хотели хорошую его ловить. Но так как тут одни щуки, придется ловить щук. Вот такая щучка. Это уже помельче. У меня уже вторая за сегодняшнее утро щука. Поэтому я доволен. Ты молодец, таки Игорь. Друзья в городе рыбу попросили. Вот как раз будем им рыбу отправлять. Для этого вот и будем отправлять. Резинку уже изнахратил. Эх, такую хорошую резину изнахратил, а. Отлично, рыба начала движение свое. Так, Владислав отрыбачился, все ушел. Сейчас я камеру подставил поближе, чтобы вам было лучше видно. Угу. Есть поклевка. Окушок, окушок. Неплохой окушок взял. Вот. Вот такой окушок взял. Такую вот снасть. Красный глаз и белая рыбка. Сейчас его давайте сразу тоже выбросим. Сало, значит, тоже тоненько так отрезаем вот. Тоненькую такую полосочку, вот такой достаточно, такой кусочек. И вот так получается вот глаз рыбий, и тут вот сало кусочек. Сейчас эту малую мышку мы сразу поймаем. На эту мормышку.
Вот, а мы это было бы пропало дело. Ёшкин-кошкин сорвался, а ну ничего. О, кушок. Кушок. О, Владислав уже третью рыбу опускает, а? Как так все время рыбу отпускает? Наверное, нравится ему рыбу отпускать. Ловит и отпускает, ловит и отпускает. Передача поймал, отпустил. Да, передача поймал, отпустил, он снимает. У него такая жизненная позиция. Не понерыли бы мне. Так, опустили на дно. Тут уже вот мелькает куча-куча всякого. Маленькая запись, куча. Так, Владислав Дмитриевич ушел. Теперь давайте поймаем крупную рыбу. У него, когда он сидел, рядом поклевочка одна была, после этого все как отрезало. И у него, и у меня. Ну, у меня уже улов, как видите, более-менее так нормальный. А у него только пока что один окончик вчерашнего дня. Ух ты, почти что жерличный, за подбородок взял, смотрите, попробую его на жерлицу поставить, вот подфартило так подфартило. Так, теперь нужно жерлицу зарядить. Так, пока мы с Владиславом перебуриваем лунки, которые за ночь подзамерзли, чтобы подвинуть палатку на них, установил жерлицу, и она уже поймала кого-то. Ой, жилец у меня все тот же. Ха-ха-ха!